Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, если еще этого не сделали, ведь у меня много классных рецептов. Сегодня мы с вами заготавливаем на зиму укроп, но сделаем это вообще необычным способом. Мы будем делать такое укропное сливочное масло, которое потом можно использовать в различных блюдах или просто мазать на хлебушек. Вот такое масло у нас получилось, оно очень вкусное и ароматное, и, кстати, такое масло можно готовить не только с укропом, но и экспериментировать с начинками. Можно делать, например, с грибами или с какой-то другой зеленью. В общем, здесь все зависит от вашей фантазии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если рецепт вам понравился, и подписывайтесь на все мои каналы в Дзене, в Ютубе, в Инстаграме и в ТикТоке. Увидимся!